Добрый день. Кристина Кузнецова, журналистка. Я проведу с вами, так сказать, небольшое интервью. Ваше настоящее имя. Герасим, на-ка тебе напомин муму. Во. Хотя я на самом деле почти все про вас знаю. И то, что вы стали свидетелем страшной трагедии, и из-за этого потеряли речь, и память, и... Все неправда. Ты должен слинять отсюда. Завтра же. Я не шучу. Добрый день, Петр Леонидович. Привет. Журналист у себя? Уехал. Куда? В церковь. Свежий хлеб. Ты хоть знаешь, кто он такой? Как будто ты знаешь, кто он такой. И я не знаю. Нож твой. И попал ты себе в живот совершенно случайно во время работы. Простите, спасибо. Не журналистка она вовсе. Как? Вот, я распечатала. Пытать тебя не буду. Время придет, и имя твое узнается, и грех твой. Грех-то он не бумажка. Не скомкаешь его, не выбросишь. Жечь будет. Душу жечь. Ты чего к этому бомжу-то прицепился? Это мое дело! Нет, Петя, это не только твое дело. Или ты хочешь весь наш бизнес подставить? Петь! Пошло вот. О! Я здесь царь и бог, понимаешь ты? Я здесь бог и царь! Неужели ты думаешь, что вот так вот заплатил, и все грехи тебе сами собой отмолились? Нет, Петр. Так оно не работает. Потому что прощение – это не товар. Это же награда за подвиг духовный, за смирение, за раскаяние. Иной раз и человеческой жизни-то не хватает, чтобы это прощение вымолить. Петр,